Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Яна. И у нас с вами продолжение куриного бульона. Разгружаемся. У меня сегодня куриный бульон с брокколи, с лучком, с укропчиком. У меня там одно крыло осталось. Вот сейчас буду есть. И сделала совсем чуть-чуть салатика себе с огурцами, с помидорками, с майонезом. Разгружаемся. Я думаю, уже пора снимать колпачок новогодний. Хотя нет. Ох, пар идет. В общем, разгружаемся до завтрашнего дня. Потому что у меня овощи на селедку под шубой варятся. Вот так вот. Буквально недавно я вам говорила, что я больше все, салаты, все, нет. Горячо, но очень вкусно. Здесь у меня тоже есть брокколи. Я забыла вилку. Поэтому я буду есть руками. Я шучу. Бульон руками есть невозможно. А вот курочку из бульона вполне. К нам опять идут морозы. Сегодня уже, по-моему, минус 17 было. Очень горячо просто. Ощущалось как минус 27. Завтра и того холоднее будет. Короче, все каникулы. Дети дома. Практически. За исключением там всяких увеселительных мероприятий, скажем так. Вот, ну. Погулять особо не разгуляешься. Так-то вот прям. Мы еще хотели съездить на елку. Ну, в центр вот это вот. Ледовых городов. Ну, холодно. Ну, до конца февраля будет, поэтому еще успеем. Как же это вкусненько. Сказала Яна, у которой варятся овощи на селедку под шубой. Просто я заходила в магазин. И как всегда, голодная. Хлеб покупала. И так мне захотелось селедку под шубой. Я увидела просто селедку. Банки. Я взяла не пресеру, как я обычно беру. И плюс я сегодня делала на YouTube шорте. Селедка выкладывала. Прям захотелось. Я уже наелась. Сейчас так наемся, что и селедки неохота будет. Не знаю как. Смотрите, как я сделаю. Я сейчас выложу крыло. Положу вот сюда. Потому что ну, салата тут уже вот нету. И оно у меня остынет. И будет у меня крыло в майонезе. Брокколи.
Еще раз повторюсь. Для тех, кто смотрит на Ютубе. А что? На Ютубе видео выходит позже. Если хотите смотреть день в день, подписывайтесь на мой Дзен канал. И тогда будете смотреть день в день. Сытно. Очень сытно. Очень вкусно. На Дзене, кстати, у меня тоже появляется немножко хейтеров. И это радует. Значит, мы на верном пути. Так, не буду, ладно. Я это. Потом доем. За кадром. Сегодня, видите, как быстро я справилась. Все, друзья мои. Такой быстрый мукбанг. Не знаю, буду я селедку под шубой снимать или нет. Вообще не знаю, что мы будем делать завтра. Посмотрим. Но постараюсь для вас, в общем-то, отснять. Ой. Все. Мои хорошие, на этом все. Салфетка прилипла. Всем приятного аппетита, приятного просмотра. Целовашки, обнимашки. Ваша Яна.